Всем привет! Сегодня покажу, как приготовить очень эффективный напиток от кашля. Молоко вскипятить, добавить в горячее молоко масло и перемешать. Затем добавить мед, перемешать. Добавить соду на кончике чайной ложки, перемешать. Желток размешать и добавить к молоку, перемешать. В конце добавить 3 капли 5% йода и перемешать. Напиток готов. Принимать 3 раза в день в теплом виде. Детям можно давать по полстакана 3 раза в день. Проверенный и эффективный метод избавиться от кашля. Будьте здоровы и не болейте!